И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы. Мы продолжаем просмотр аниме One Piece. И по счету у нас идет 40-я серия. У нас идет продолжение битвы против приспешников Арланга. И пока что все, скажем так, складывается не в нашу сторону, не в сторону наших героев. Да, пока что все более-менее в плачевном состоянии, если так можно выразиться. Вот, поэтому просто давайте приступать к просмотру и смотреть, как они будут выкручиваться из сложившейся ситуации, да? Вот, но прежде чем мы приступим, не забывайте, если вы не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки, писать комментарии, а также подписываться на Telegram и на Twitch. Все это является для меня большой мотивацией для, скажем так, дальнейшего создания контента, если, конечно, это можно так назвать. Вот, ну и желаю всем приятного просмотра, друзья. Поехали смотреть. Аники! Рана смертельная для обычного человека. Я не подамся ей. Рио! Тацумаки! Надо поторопиться и спасти Луфи. Дурак! Прости, это все, что мы можем сделать для тебя сейчас. Да-да, я понимаю. Понятно. Мне надо просто разбить камень, и он освободится. И что вы собираетесь делать дальше? Смех, это, конечно, пиздец. Динамические поединки Санджи и Усоппа. Динамические поединки Санджи и Усоппа. Санджи, понимаю, а Усопп? Какой там динамический поединок? Так ты из Какаяши? Что за бесполезные усилия? Черт, они нас застукали. Какой смысл в твоих попытках? Удар Санджи. Жизнь, если ты все равно умрешь. Сейчас я с этим покончу. Ага. Куда это ты собрался? Ты пока не закончил со мной. И ты действительно пытаешься бросить мне вызов под водой? Ты можешь всего лишь задерживать дыхание, как и положено низшим созданием. Ты напросился, приступим. Юджин Карате и Тумаки Кумите. И что? Твои удары под водой вдвое слабее. Это человеческий предел. Но мое рыбье карате не теряет ни капли своей мощи. Наоборот, в два раза усиливается. Рыбье карате. Кайсаку. Харакуда Шагири. Юджин карате. А вот это выглядит опасно. Кака, катата отоши. Ну как бы его не били, пока он выдерживает эти удары, это время для того, чтобы... Хисацу. Чтобы освободить Луфи. Джоудан Бахшоу. Но ценой, конечно, того, что сам Санджи может... Вот и все. Не очухаться после всего этого. Он правильно сказал то, что после, блин, после красной ноги он привык получать удары, да, и на протяжении всей своей жизни частенько получал, при этом как бы нехилые такие, да, то есть он именно умеет держать удар. Но какой предел? О, ребят! Я потерял слишком много воздуха.
Задыхаюсь, не могу дышать. Сука. И куда это ты собрался? Черт, дай мне тебя обойти. Воздух, воздуха мне. Что за удивительное упрямство? Никогда не думал, что люди на такое способны. Воздух. Это был ты, не так ли? Кто сказал, что тот, кто обидит леди, кусок дерьма? Но посмотри! Посмотри, к чему привело твое жалкое рыцарство! Так при чем тут рыцарство? По фактам, он все по факту сказал. Тот, кто способен именно обидеть леди, обидеть девушку, обидеть хорошую девушку, ну, это чмо, это конченый, правильно? Типа, как иначе? Это не рыцарство, это просто он высказал свое мнение. И то, что типа ты в воде можешь где-то как-то его победить, и то, что ты его сильнее, не отменяет того, что тот, кто способен навредить девушке, это конченый. Ну, разве не так? Тебе некуда бежать, и я убью тебя. Я убью этого старосту, и пока я здесь, и резинового человека заодно. Зора, Длинноносова, я перережу всех восставших жителей деревни. И, конечно, эта маленькая предательница нами не избежит этого. Понятно? В итоге эти твои мягкосердечные рыцарские разговоры оставили нами беззащитной. Ты не можешь защитить ни единой души. Может, ты и умеешь кое-что, но ты, по сути, ничтожный слабый человек. Твое тело не может выдержать быстрой смены давления, так? Проще говоря, если я резко опущу на дно, смена давления разорвет твое тело изнутри. Апакуши! Чоккакуру! Я никогда не прощу этого ублюдка. Я не могу защитить ни единого человека. Бля, это в натуре так раб... Он еще не умер? Хорошо, как пожелаешь. Давай-ка еще раз. Этот тип использует свои легкие на суше. А в воде он использует жабры. Это значит, он просто говорящая рыба. Попробуем... Не, ну так это логично. Это мы об этом знали уже давным-давно. Ну, то есть, что у них по-любому есть как бы и легкие, и жабры. То есть, могут и по суше, и по воде, и... Из-за этого они имеют преимущество. Ну, непонятно конкретно из-за чего у них сила такая, да? То есть на самом деле нечеловеческая. Вот, это до конца непонятно. А именно то, что они могут находиться и в воде, и на суше, это ясно и понятно было. И потому что говорили, и потому что показывали. Единственное, что Санджо, видите, он сейчас сказал, что он типичная, как бы, по сути, рыба. Рыбы, правда, не могут дышать на суше, но не суть. То есть он указывает на то, что это как бы рыба. Какие, интересно, есть у рыбы слабые места? Ну, он как повар. Я не знаю, может быть, что-то знает. Во второй раз, если что-то перекрывает рыбе жабры, она умирает. А раз ты рыба, ты будешь чувствовать то же, что и я сейчас. Воздух. Ты. Эй, не беспокойся, он в порядке. Правда? Половина его. Половина? Расскажу позднее. Но сначала выгребайся из воды, рыбовидный ублюдок. Я все еще собираюсь надрать твою паршивую задницу.
Ты все еще не понял? Не имеет значения, под водой или на суше. Итог будет тот же самый. Ты действительно разозлил меня. Я покажу тебе сущность рыбьего карате. Удар, что вытянул тебя из Дарлан Парка? Был Хьяку Маигавара Сейкен. 100 прямых ударов. Но мой особый прием Сей Маигавара Сейкен. 1000 прямых ударов. Твои шансы на выживание равны нулю. И шея. На нахуй! Ты сказал, что мое рыцарство было наивно. Вот что значит. Что я никого не могу защитить, да? Ребра! Поясница! Грудная клетка! Ноги! Вот что значит быть в команде Луфи! Вот что значит состоять в команде Луфи! Учатся тому же, что делает Луфи. Нахуй эти разговоры. Нахуй я, блядь, нахуй рыбья карате, блядь. Я, нахуй, сейчас покажу. У меня есть крутой удар. Я его использовал тогда. Это было моих 50 ударов. Или там 500, а сейчас будет там 100 или 1000, блядь. Это мое карате, блядь. Я его сейчас покажу тебе, пизда. Я убью, блядь. И 50 минут просто сидит и пиздит о своем, блядь, рыбьем карате. А тут, нахуй, никакое не рыбье карате. Тут просто, блядь, с ноги въебало, с ноги везде, повсюду, безо всяких разговоров, безо всяких объяснений, безо всяких именно разглагольствований по поводу въебу тем, въебу так, это мое карате, это мое еще что-то. Просто въебал, и все. Самый, сука, действенный, самый, сука, лучший способ и вариант. То, как делает Луфи постоянно. Чего ты, ублюдок? Ублюдок! Кюкю Сейкен! 1000 прямых! Ага, Хуйкен! Ага! В затылок! А так даже лучше! Удар тоже сложно назвать человеческим. Полагаю, тебе десерт не нужен. Озвучивание адаптация проекта Animedia.tv. Озвучил Шачибури. Что это было? Что там случилось? Куроби. Хачи. В конце концов, это всего лишь салат из морепродуктов. Рыба, победившая повара. Такого и в 100 лет не бывало. Этот раунд за нами. Вы, ублюдки. Вы убили так много моих драгоценных сородичей. Одного за другим. Вам не кажется, что вам просто подфартило? Эй, когда ты сказал, что половина Луфи в порядке, что ты имел в виду? Ну, он не собирается помирать. Но если ты хочешь освободить его, мне нужно опять ненадолго нырнуть. И не похоже, что этот парень даст мне это сделать. Поразительно. Правду поразительно. Они вывели из строя двух лучших бойцов Арланга. Я больше не могу сдерживать дыхание. Ген-сан, давайте поменяемся. Теперь я пойду. Он выглядит намного лучше, порозовел. Да, из него вышло достаточно воды. Что там происходит? Все в порядке, никто не умер. По правде говоря, до сих пор мне было все равно. Было чувство, что я не хочу верить в это, но... Эта битва вновь разожгла во мне надежду.
Бля, поймал. Чё? Сколько проблем из-за него? Чертовски шустрый. Фух. Но всего лишь один залп моей водяной пушки, и он готов. Окей, время возвращаться. Почему мне кажется, что это не кровь? Я много пропустил из-за этого. Улыбка. Фух, был на волосок от гибели. Удачно. Повезло, что я приготовил кетчуп старт для таких случаев. Он решил, что убил меня при помощи своей водяной пушки. Теперь я могу вернуться. Боже, ну и опасная банда. Они уничтожили всех несчастных жителей той деревни. Я знаю, что она не может ничего изменить в одиночку. Я и вправду хочу помочь ей, но... А? Показалось. Блин, у меня будет ручка быть эксперти. Кстати, о кетчупе. Надо бы мне выглядеть так, как будто я прилагал больше усилий. Во, может, если я испачкаюсь... Я смогу сказать, ой, мне так жаль, но я проиграл, или типа того. Эй, ну что тут не сказать-то? Может, что вроде... А, тут мерзавец, он убежал. Хм, это никогда не пройдет, правда? Разве мы уже не Накама? Эй, не плачь, Нами. Мы старались, как могли. Я лучше умру, чем проиграю. Или, ну, мы все сражались, как могли. Да это в тысячу раз лучше, чем быть чертовым куском дерьма, который смеет обижать леди. Или я был на краю смерти. Ради моего дела. У меня нет другого выбора. Или мои раны были не так серьезны. Нами Аники плакала. Она рисковала своей жизнью. Нужна ли нам другая причина? Он о чем думает? Думает о том, какую фразочку типа подобрать. То есть, типа, что все использовали там где-то какие-то такие цивильные, скажем так, фразы, да, которые именно были использованы в нужный момент, в нужное время, да? И прям так неплохо били. Вот, и он придумывает что-то свое. Для десятилетней Нами. Они похуй. Понимаете ли вы, как тяжел был тот выбор, что она сделала? Мы будем сражаться! Или... Или он думает о том, возвращаться моя или нет. Битва была... Да. Вот поэтому... Ты еще ничего не видел? А ну стой, рыбий ублюдок! Вот так вот! На? Ты еще не сдох? Чё? Конечно нет! Я не собираюсь умирать от какой-то глупой водяной пушки! Когда я покинул свою деревню, я все оставил позади! Покой! Безопасность! Они сталкиваются с трудностями каждый день! И они смеются, словно это все действительно весело! Вот поэтому я и хотел отправиться в море. Я тоже хочу смеяться, когда мне грустно. Но если я не буду сражаться изо всех своих сил, я не заслужу возможности быть с ними на одном корабле. Я никогда не смогу смеяться вместе с ними. Бля. Глупец. Тебе лучше было продолжать притворяться мертвым. Но он... Видимо, мозги у тебя туго соображают. Чё? Да нет, мозги у него соображают нормально. Просто он тот человек, который считает, что он недостоин того, чтобы находиться в этой команде и хочет доказать им, что он что-то может, что он чего-то стоит, что он полезен и будет оставаться полезным, да? То есть именно не только
где-то как-то показать это остальным, потому что, в принципе, как Луфи, так и Санджо, так и Зоро, ну, блин, плевать, может он что-то, не может, или он просто будет, не знаю, там, комментатором, да, или просто именно каким-то таким вот весельчаком, с которым можно просто-напросто поговорить. Ты в команде, ты уже в команде, вне зависимости от того, как ты себя дальше будешь проявлять, что ты будешь делать, да, будет у тебя что-то получаться, не будет у тебя что-то получаться, сможешь ты, допустим, проявить себя в каком-то бою или нет, ты все равно продолжишь оставаться в команде, ты часть этой команды. Знаете, как она говорилась там в Пираты Карибского моря, часть корабли, блам, часть команды, часть корабля, часть команды, часть корабля, уже путаюсь в словах. Вот, но по большему счету он, наверное, хочет именно как-то в своих же глазах себе самому доказать, что он чего-то стоит, да, и что он достоин. То есть он сам себя не считает на данный момент достойным находиться в команде Луфи. И хочет именно себе доказать, что он достоин. Ну, ладно. Все кончено. Да, вот именно. Все кончено. Как ты кончен? Все кончено, да? Все. Молоток Усопа. Резиновая лента Усопа. По губам. Чё? А, черт! Как я мог на такое купиться? Как он посмел? Хисатсу, на Марибоши! Что это? Ты умеешь драться только одним способом. Жалкое создание. Чу, неважно, где ты прячешься. Я вышибу тебя оттуда моей водяной пушкой. Хуя ты, сосун. Быть глупым или трусливым, это не может ни на что повлиять. Это сражение. Мужественный Усоп никак не может убежать от него. Если я проиграю, я погибну. Теперь я пират. Водяная пушка! Не может быть! Такая мощь! Почему я должен сражаться с этим идиотом? Он же весь на виду! Я размочу тебя на куски! Я пацу Мизу Депоу! О нет, как он нашел меня? Черт, черт! Смотрите, пиратская шайка Усопа! Кая! Я отправился в море, чтобы стать настоящим пиратом! Я собираюсь сражаться, чтобы суметь стать храбрым воином моря! Те спокойные дни и глупые пиратские игры кончились! Что закончилось? Это схватка! Вино легко воспламеняется! Хисатсу! Каинбоши! Горячо, горячо, горячо! Чу! Воды, 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 воды! Горячо, горячо, горячо! О, подожди! Вода, 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 вода! Воды! Молоток Усопа! Чу! Ну, воду было не обязательно, но ладно. А это такой как комбинейшн, продуманная комбинация. Сперва вино, потом огонь. И самое главное, что он придумал все это плюс-минус изначально. Негодяй. Молоток Усопа. Молоток. 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 Резиновая лента Усопа. Молоток Усопа. Молоток. 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 Латум. Латум, латум. Еба. Ну тут соглашусь, что красавчик, теперь точно красавчик. Не, молодец, Соп, молодец. Именно в том плане, что он мог спокойно лежать, ничего не делать, да? Вот, и при этом потом сказать, что как бы да, я не мог ничего ему противопоставить, как бы, ну, я слабее его, к примеру, да? И никто ничего не имел бы против, и никто его в этом не обвинял бы. Ну, потому что на самом деле, типа, люди не могут противостоять этим рыболюдям, да? За исключением остальных, скажем так, членов команды Луфи. Вот. А то, что он мог
свалить, скажем так, да, но при этом все равно решил принять бой, решил все равно драться, и каким бы это ни было, какой бы это ни был способ, способ именно убегать, способ какого-то трусливого человека, или там способ где-то какого-то крысятничества, там где-то какого-то обмана, плевать, победа есть победа, на войне все методы хороши, и в битве все методы хороши, по факту выиграл тот, кто победил, он победил, все, победители не судят, правильно? Правильно. И плевать, как он это сделал. И я только что сказал слово, типа, по поводу именно трусостью. И как раз-таки то, что он решил принять бой, это уже далеко не трусость. Это отвага. Принять бой, зная, что ты гораздо слабее своего врага, это герой. Это отвага. Я побил рыбу-человека. Видел, неудачник. Я это могу. Видел, ублюдок. Не смотри на меня свысока, черт побери. Пожалуйста, дыши. Пожалуйста, возвращайся к жизни, иначе вы все проиграете. Твои друзья. Твои друзья. Я чувствую слабость. Это был сон? Я даже начал надеяться в этой битве. Этот акула-человек, что он делает? Понятия не имею. Похоже, он просто брызгал вокруг водой, но после этого эти двое начали истекать кровью. Чтобы убивать таких людей, как вы, мне не нужно ничего делать своими руками. Достаточно немного воды. Это отличие между вами, людьми, и нами, рыболюдьми. Заткнись! Он не шутит. Он просто играет с водой. Но ощущается это как выстрел. Это сила акулы? Самого сильного среди рыболюдей? Он совершенно другого Знами. Уровня. Тебе следует просто покориться. Как ни крути, а ваши жизни того не стоят. Арланг! Нами Аники! Нами-сан! Нами-тян! Йо, Нами! Я просто демонстрирую нашу силу этим неудачливым пиратам. А что тебя сюда привело? Я пришла убить тебя. Перевод просьба озвучил. Я на это рассчитывал. Я на это рассчитывал, Нами, так как я рассчитывал на то, что у тебя есть какой-то козырь в рукаве, есть что-то такое, что ты способна ему противопоставить. Ну, то есть должно быть, по крайней мере, да? Все-таки я уже не раз об этом говорил, она долго состояла в этой команде, она была на протяжении 8 лет, и она что-то должна знать, знать, как ему где-то как-то противостоять. Хорошо, хорошо. Это была 40-я серия, в Арланг Парк у нас 45 серий, значит, ключевая именно конкретно битва против самого Арланга, и может быть, не знаю, кто против него будет сражаться, все-таки Луфи или Нами, или Луфи и Нами, окончательная именно... Тот, кто окончательно кто победит, будет известно, скорее всего, именно в 44-й серии. Именно окончательный бой будет в 44-й серии, да? Поэтому нам осталось не так-то и много. Вот. А сейчас, наверное, мне больше нечего сказать. Мне просто кажется, что в следующей серии Луфи все-таки уже очухается, и ему где-то как-то помогут выбраться. Вот. И уже начнется настоящая битва. Ну и... Усоп красавчик, Санджо красавчик, все красавчики. Понятно, что Арланг силен, да? Но, по крайней мере, всех остальных они раскидали, и всех остальных они смогли разъебать. А это уровень. Ладно, ребята, буду на этом, наверное, заканчивать. Буду прощаться. Надеюсь, что вам понравилась эта реакция. Да, и всем доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. Всем пока-пока.